Воцарение династии Годуновых ознаменовало начало смутного времени в России. В 1605 году, после внезапной смерти царя Бориса, ему наследовал 16-летний Федор, сын Годунова и Марии Скуратовой-Бельской, дочери Малюты Скуратова. Он властвовал всего 2 месяца и был жестоко убит 10 июня 1605 года. Лжедмитрий направил из Тулы в Москву князей Василия Голицына и Василия Рубца-Масальского, приказав им лишить жизни основных претендентов на престол – юного Федора и его мать. Сложная по композиции динамическая сцена борьбы развивается прямо в домовом храме. На переднем плане картины Маковский изображает царевну Ксению, склонившуюся над убитой матерью. Юный Федор запечатлен в момент, когда силы окончательно покидают его. Но для живописца важно, что царевич умирает с достоинством. Художник противопоставляет вечность и бренность и суетность земной жизни. Ужас происходящего воплощен в молчаливых ликах святых, взирающих на эту сцену. Официально было объявлено, что наследники отравились. Тела их выставили на показ. Из Архангельского собора вынесли гроб Бориса и перезахоронили на погосте Варсонофьевского монастыря в Москве. Там же захоронили и его семью без отпевания, как самоубийц. Лжедмитрий опасался въезжать в Москву до смерти наследников Годунова. После их уничтожения он безнаказанно надругался над оставшейся в живых дочерью Бориса красавицей Ксении и насильно постриг ее монахини. Борис основательно готовил сына продолжить династию Годуновых, и Федор мог бы стать достойным царем. Но святая кровь Дмитриева требовала крови чистой, и невинные пали за виновного, да страшатся преступники и за своих ближних. Это слова древних летописцев приведены в истории государства российского Николая Карамзина. В 1862 году Маковский был награжден за картину «Малой золотой медалью» Императорской академии художеств и допущен до конкурса на большую золотую медаль. Но участие в нем он не принял, так как в 1863 году присоединился к знаменитому бунту 14, демонстративному выходу из академии 14 претендентов на золотые медали в знак протеста против рутинной системы обучения.